свое время в жирующем техникуме был медпункт, но его закрыли. Долгое время руководство теперь уже колледжа безуспешно пыталось возобновить работу. Недавно проблему удалось решить, и медпункт снова заработал. В нем есть все необходимое для оказания первичной медицинской помощи. Наш медпункт открылся в сентябре этого 2020 года. Вот была острая необходимость, чтобы открыть. Все-таки коллектив большой, хотя и молодежь, но молодежь сегодня тоже, наверное, болеет. Да, молодежь очень сильно болеет, особенно этот острый ковид всех покосил. Там много людей, детей. Да, это необходимо было открыть медпункт, потому что детям ходить в амбулаторию тяжело и далеко, и так как они и очереди общие, там и взрослые, и дети мешаются. Так вы под чьей эгидой? Это райбольница? Да. И все необходимое есть? Да, все необходимое есть. Если что, мы обращаемся в амбулаторию. А сколько человек работает? Вы одна? Да. Справляетесь? Здесь, да. Мне помогают в амбулатории, девчонки хорошие, хороший коллектив.